В Рязани 5-летняя девочка выпала из окна многоэтажки. Происшествие случилось на Народном бульваре в Московском районе. В результате падения ребенок погиб. По предварительным данным, днем 6 июля 5-летний ребенок остался в комнате без присмотра взрослых. Девочка забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Продавившись под весом ребенка, сетка выпала, что повлекло падение девочки с высоты 7-го этажа. От полученных травм малышка скончалась на месте происшествия. По данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой следователями выполняется необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В свою очередь, сотрудники силовых структур напоминают гражданам о том, что за детьми необходимо присматривать. Кроме этого, желательно исключить любую ситуацию, способную привести к падению детей из окон многоэтажных домов. Следственное управление вновь обращается к родителям, а также другим ответственным за судьбу детей лицам, более внимательно следить за детьми. Проведите с ними профилактическую беседу. Не оставляйте малышей без присмотра в помещениях с открытыми окнами и не надейтесь на москитную сетку, которая создает для ребенка лишь мнимую иллюзию закрытого окна. Убирайте от окон предметы мебели, по которым маленький ребенок может легко забраться на подоконник. Только предельная внимательность взрослых и соблюдение элементарных мер предосторожности позволят избежать трагедии и сохранить жизнь и здоровье ребенка.